Нетрезвый байкер упал с мотоцикла прямо на глазах у экипажа ДПС, дежурившего в районе Луговой. Мужчину задержали, а его мотоцикл отправился на арест-площадку. Наряд ДПС в воскресенье вечером ехал с Луговой в сторону Баляева и остановился на светофоре. В этот момент инспекторы обратили внимание на стоящего впереди байкера, который с трудом держал равновесие. Полиция попросила парня съехать на обочину и остановиться, но он попытался скрыться. Вот только техника подвела молодого человека, а именно мотоцикл заглох. Тогда байкер решил укатить свой двухколесник вручную, но сделать это ему не дали сотрудники полиции. А я с разъема. Давай! Все. Выяснилось, что парень был пьян, и у него не было ни прав категории А, ни документов на мотоцикл. В итоге незадачливого байкера доставили в отделение, а его мотоцикл на арест-площадку.